Утро понедельника. Иду на работу. А тут такое красота. Одна и та же уточка уже второй год выводит птенцов на нашей речке. Даже не боятся, как ни странно. Стараюсь тихо-тихо разговаривать. Ну, молодцы. А уточка наблюдает за своими утятами. Глаз не отводит. Двое уже проплыли под мостом. Уже третий выплывает. Уточка не торопится, ждет своих детенышей. Ну, красота. Природа.